Сейчас, короче, ребята, полетит осина. Брат валит. Там, короче, кучи ветки горят. Илы. Грохот. На нахуй. Опа, нихуя. Сучок чуть глаз Лёхи не прилетел. Там лунище. Короче, чуть-чуть попилили. Блять, жарко вообще, пиздец. Кострище, ребятище. Пятое ноября. Так что, ребятишки, подписывайтесь на Fisherman Hunter. Чё, как сегодня работалось? Нормально? Нормально сегодня. А вчера как работалось? Вчера тепло бля было. А сегодня холодно, нормально, да? Заебись, вообще сегодня. Ясно. А я весь мокрый. Знаешь какой-нибудь смешной анекдот?